Hello, fashionistas! Привет! С вами Ольга Ломака. И сегодня я нахожусь в Лондоне, в легендарном музее Виктории и Альберта, где проходит самая ожидаемая ретроспектива творений Александра Маккуина. Эта знаковая выставка «Беспощадная красота» наконец-то приехала домой, в город, где легендарный Маккуин жил и работал. Вы готовы? Тогда вперед! В 2011 году «Беспощадная красота» впервые была представлена в музее Метрополитен в Нью-Йорке и привлекла более полумиллиона посетителей. Для Лондона экспозиция была расширена. Новая секция призвана показать лондонские корни Маккуина и его раннее развитие в качестве молодого дизайнера британской столицы. Ли Александр Маккуин вырос в Восточном Лондоне, учился в Центральном колледже имени Святого Мартина и здесь же построил свою карьеру. Его безграничный талант был высоко оценен Изабеллой Блоу и другими модными критиками. В глубине души он был настоящим модным дизайнером. На выставке представлено более 200 оригинальных предметов, охватывающих всю карьеру дизайнера, от выпускного шоу 1992 года до незаконченной коллекции «Осень-зима 2010». Место проведения имеет довольно личные причины. Маккуин черпал много вдохновения из исторических архивов музея Виктории и Альберта. И однажды сказал: «Это одно из тех мест, где я хотел бы быть запертым на ночь». Как бы вы охарактеризовали талант Александра Маккуина? Творение Александра Маккуина уникально своей многогранностью. Источники его вдохновения поистине безграничны. Это и кино, и искусство, и природа. Он создавал сложные фантазийные коллекции. Выставка курируется особым образом. Расскажите немного о ее концепции. Наша экспозиция основана на выставке Savage Beauty, которая проходила в музее Метрополитен в Нью-Йорке в 2011 году. Экспонаты организованы по тематическим блокам. В первой части представлены коллекции, созданные Александром Маккуином в Лондоне. Затем вы можете узнать больше об источниках вдохновения Александра Маккуина, о ключевых для его творчества образах.
Почему, как вы думаете, выставка имеет такой огромный успех? Думаю, ошеломляющий успех выставки можно объяснить тем, что Александр Маккуин был в высшей степени интересной личностью. Многообразие и эклектичность творческого наследия дизайнера не оставит равнодушным даже тех, кто далек от мира моды. И последний вопрос. Какой ваш любимый наряд на этой выставке? Мне особенно нравится платье, представленное в конце экспозиции. Оно прекрасно отражает творческое видение дизайнера. Вдохновением для его создания послужили ранние эскизы дизайнера. Не пропустите эту выдающуюся ретроспективу. Александр Маккуин не просто одаренный дизайнер, он гений нашего времени. Человек, который повлиял на процесс моделирования и шитья, раздвинув границы искусства, моды и технологий. Надеюсь, вам понравилось наше путешествие. До скорых встреч!